Запись включить надо. Ладно, поедем-ка. Знаете, что я скажу? Сегодня мы тоже гоняем до пяти. Похоже, власти прознали, что бабу пошел уже в Чикаго и сейчас тут просто. Да, да, сейчас устроим. Так, сейчас нас ожидает очень серьезный гриф рейтинг. Помните, собираться бороться до последнего. Давайте поддержим их как следует. Ну же, а ну! Ага, вот он так. Они прокатили. Странно рулится, вроде резко, вроде, блядь, и не рулится.
его богатый опыт уличных гонок и огромный потенциал. Все ждут от него сюрпризов. Все ждут от него сюрпризов. Блин, мне тачка нужна третья на дрифт. Вы только посмотрите на эти тачки. Да, мне нравится состав участников. Ну все, вот это хотела ноль. Дайте тачку. Йоси Судзуки. Итак, мы начинаем наше соревнование. Вас ждет все забывали за кровь. Лучки уже занимают позиции на старой тачке. Эй, вот, все, сейчас, вот. О чем я говорил? Давайте, 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 давайте
второй круг. Да, второй круг еще не завершен, но мы уже видим несколько хороших круг. Да, точно. Там уже что-то мощное есть. Так.
местечковая знаменитость, побеждает всех и вся. Подумай только, еще вчера... Да, да. Итак, вот вновь будет стартовый сигнал. Приготовьте беруши, потому что сейчас будет шумно, очень шумно. Ну, кобальт этот поменяй, блядь. Ну нормально должно быть. А, блять. И в этом Цивик. Похуй. Рангубер, больше тем для обсуждения в этот момент не применится. Парень завален призами, думаю, ему приятно будет отвезти их домой вместо пачки штрафных квитанций. Кто бы мог подумать, что... А чё ты? А, да! Все еще открыто. Ух ты, да это же Райан Купер! Его любимая фишка вырываться вперед в последнее мгновение, когда казалось бы все уже потеряно. Не пропустите! Вот, вот так, да, уже наконец! Молодец, Райан, продолжать в том же духе! Слышите? 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 Нихуя, ровно 20 секунд. Ой, бля. Хуя себе. Да, не хотел бы я оказаться рядом с ним на старте. Вот так. Да,
чему-то научился. Итак, девочки, мы готовы. Все, вот-вот начнется. Тут одни гонки. Да, сегодня парни зажигают от души. Но вспомнил о другом парне, который просто уничтожил Texas Wolf. Откуда? Это Рёва Донали. Во всех гонках, на всех трассах. А-а-а. Он чувствует себя как рыба. Да ёбаный в рот. Блядь, поворот ебанский. Сука. Вот целый. Попробую на гольфе. Это круто! Это мега круто! Это ж круто! Это круто! Привет,
не круто. Но Вольф тут по управлению. Блядь, что так трясёт камеру? Гольф это не круто. Тоже ему странно. Я и сами повеселее. Хуй знает. Сила Team Race. Да, сегодня вы стали свидетелями жестокой борьбы здесь, ребята из Алекс Глайд. И сдается мне, они не просто поглазеть. Дерьмо Race. Они, если выходят на старт, всем остальным приходят. We'll be right back.
на руле надо, блядь. Блядь. Если бы мне, ну, типа, сказали, ну, мы тебе дадим руль, но ты будешь в эту хуйню играть, я бы не согласился. На легком только. Вообще позорище, блять, и всего нет форспида, я думаю. Да фу, блять, они пиздец. Ну, когда малой, может быть, и прикольно было. Гонок до хуя было. Ну, Джусет второй, блядь, был раза в три пизди, блядь. 10, он просто дает, типа, сравнить с Джусадом и все. Да ебать. Да уж, ручная работа, я хочу сразу сказать. Вы только посмотрите на эти тачки. Сколько похожих тачек на... Дайте тачку, блядь. Нужна машина, чтобы пойти дрифт и еще пройти. Блять, по пизде будет, он хотя бы интересный. Тут вообще ничего интересного, тут, ну, ебаная трасса, на которой машину кидает, трясет, хуй пойми как, блять, ну, каким образом. Это рандомно, блять.
Да куда её кидать, сука? Мне не дают. Фишка игры. Ну так, тут есть условный штраф. Машина замедляется. Ебейшая просто. Участники выкладываются на полную. Таких чумовых заездов я еще не видел. Не могу не отметить Райана Купера. Сегодня он просто творит чудеса. Да, да. Так и всегда. Тонвол. Ну, типа, я после всех тех гонок нелегальных пришел на легальные гонки, чтобы выиграть. Такой стрит... Сим стрит рейсинг, блядь. Понял, короче, соревнования с Жигулей города Воронеж, я не знаю. Задумка интересная, игра сама хуйня какая-то. Это единственная нормальная камера. Ее трясет все, блядь. Физика у машины тоже, блядь, я не знаю, как в мафии первой. Причем старый, а не новый. Новый там вообще все кос. Тут, блядь, юбище какое-то. Что с ней, блядь. Даже не чувствую, когда машина, ну, типа, ехать начинает.
Точки не чувствуются. Они все, блядь. Не знаю, из говна. Просто отвал башки, что скажете про Райана Купера? Что думаете? Чума, правда? Он пришел сюда прямо с улицы и делает победу за победой. Это просто невероятно. За несколько лет вы ни разу... В чем прикол, если 350 за этого всем лучше? А ладно. Я не знаю, кто сейчас крутит пластинки, но через 10 минут его сменит. В игре про Купера нет мини-купера, блядь. Это гриб. Нихуя себе, блядь, я тогда цветок нахуй. А как? Типа, ну, мощность, наверное, надо же, да? Ну, дрифт. Ладно, уже поставил. Нахуй управляемость. Уникальные запчасти. Пизду их нахуй. Я вообще ничего не понимаю. Хуета какая-то. Полная, блядь. Это что еще? Подвеска. А как я делал? А как я внешку? Блять, продай ее нахуй. А, нет. Вообще дерьмо какое-то. Я ничего не понимаю. Что? Вы недопущены. Требуется автомобиль следующий типа дрифт. У меня нету дрифта? А нахуй я тогда эту машину сделал? Поебать вообще. Эй, people! Тихо! Вы сегодня какие-то буйные! Напоминаю! Сейчас нас ожидает очень серьезный гриф рейтинг. У нас тут крутые тачки, крутая трасса и крутые парни за рулем. Вот, слушайте, сейчас. И вот сигнал входа, и началось. Да, начнем. Yeah.
да, там зеленая свинья летает. Где ты это увидел? Сука. А вот. Это кабан. Здорово, дядь. Тормозит, блин. Пизду. Хуйня. Машина, блядь, по рельсам едет. Даю. Делай. Все делаю. Она даже не делает. Ага, никто иначе сегодня в мир устал и недовольный. А назовет никто иной, как Райан наш Купер. Блин, скажи, говно приходится хавать. Смотрите на Райан Купер. Его любимая фишка вырываться вперед в последние мгновения, когда, казалось бы, все уже потеряно. Не пропустите! Да, вот об этом я и говорил! У Райана Купера все получается, молодец, мальчик! Так, так, сейчас, сейчас, сейчас! Вперед, смотрите! Да, не пропустите! Главное, фальстарт, блядь. Я вижу, начинается второй заезд на четверть мили. Силы участников примерно равны, так что давайте поддержим обоих. Одинаково приехали. Да ну нахуй. Yeah.
Кончики сцепляются не на жизнь, а на смерть. Как будто они решили, что проигравший теряет тачку. Но гонки продолжаются, и перед нас ждут еще более интересные заезды. Итак, записывай. Следующий этап пройдет... Стоп. Все против Асхаба. Это побольше. У него остальные мышцы правой ноги. Ага, у него титановые нервы. Как тут, блядь? Хуйня какая-то. Ебать, 19 секунд. Ебать, пиздец. Давайте поддержим ребят. Блин. Ну, она слишком мощная. Это будет. Я даже прогреться, блядь, не могу. У него фальстарт? Нет, он просто что-то не поехал. Заебись, я в 20 секунд все уложился. Мы сейчас обсуждали с друзьями открытие этого дня. Я хочу сказать, что Райан Купер заслуживает самого пристального внимания. У него особый уличный... Уличный член. Это круто! Это круто! Ходят звуки, что сегодня здесь сводится старый счет. Так что это будет интересно. Он хуячил. Не хуячил. Yeah.
ебать, там прямые будут, это вообще пиздец. Невыносимая. Тормозить. Пойти, у меня нету дрифт-тачки. Продай ее нахуй. О, подожди. Заебись, я тачку проебал. Ну и хуй с ней. Опа. Начинаем финальные гонки Super Promotion. Лучшие гонщики из Battle Machine появятся сегодня на трассе, и день обещает быть жарким. Это абсолютно легальные состязания, только ты и соперники впереди, как цвет в конце туннеля, пропуск на React Team Session. Наш почетный гость сегодня никто иной, как Орел Ватанаби, наш король. Орел набирает к себе только лучших из лучших, поэтому Атель... Никого за рулем нету, блять. И мы сами скоро это победим. Чикаго, аплодисменты, Апекс Глайд! Ну что, вперед, пора начинать шоу! Ну, просто великолепно. Спасибо, что забили мою. Я понимаю, что у тебя и сам... В следующий раз уже пойдем. Как рады тебя слышать. Да ладно, без проблем. Сегодня произошло несколько серьезных и некоторым гонщикам пришлось не сладко. То есть все. Ну да, в общем, было на что.